хоть в Абхазии не выращивают кофе, здесь ему отведена особая роль. Жители Абхазии не представляют своей жизни без кофе по-восточному, с сахаром или без. С него начинается утро, он дарит нам заряд энергии, бодрости и поднимает настроение. Если мы представляем, как проходит утреннее кофепитие в приморских городах Абхазии, то интересно будет узнать, как проходит встреча гальцев с кофе. Сегодня жители города Гал расскажут нам, предпочитают ли они начинать встречу с бодрящим напитком. Сегодня кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Кофейная культура продолжает развиваться, и кофе становится не только напитком, но и предметом изучения и творчества. Основной продукт, который содержится в кофе, это кофеин. Он повышает уровень дофамина в мозгу, заставляет нас чувствовать себя бодрее и веселее. Да, обязательная рутина каждое утро начинать с кофе. Ну, в день два раза. Утром это обязательно, а уже под вечером. Ну, конечно, это не первый раз. И здесь полседьмого вот пораньше приходим, мы здесь собираются люди. Вот мы пьем кофе. Вот, и где-то полтора часа, если задержим здесь, то потом мохито идет, потом гляси идет. Так что у нас день начинается с питья кофе. Вы знаете, что здесь вот мало, как его говорится, вот столы стоят, но очень много людей. Иногда нету места. Когда кофе пьем, вот сидим, общаемся, да, с людьми. Вот, и для меня кофе, это начинается вот день с питья кофе, придает бодрость, энергию. Кофе по-восточному – так называют уникальный способ приготовления напитка, который отличает его от других. Согласно рецепту, его варят в медных кофейниках, джезвах, на медленном огне. Конечно, кофе – это для нас ритуал. Утром, для кого-то только утром, для меня утром и вечером. И кофе для меня – это... как сказать, дополнительный бонус, прилив сил с утра, на, ну, заряд энергии на целый день. Ну, кто-то скептически относится, не верит, что вот кофе придает силы или что-то, либо какой-то, либо бодрости. Лично для меня кофе, как бы, это заряд энергии. Я утром пью кофе, без кофе я не могу. Я сейчас 9 стаканов. Каждое утро начинается с кофе. Очень много раз. А в день 4-5 раз. Это заряд энергии. Без кофе я даже не представляю день. Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему, улучшает настроение, повышает физическую и умственную активность. У жителей города Гал день не проходит без кофепития. По количеству продаж из напитков кофе находится на первом месте в городе. Кристина Жвания, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.